Привет, дорогие друзья, с вами я, HyForever, и добро пожаловать на вторую часть прохождения Outlast. Предыдущая часть вам не очень понравилась, по оценкам. Я вообще-то в группе ВКонтакте я тоже опубликовал один пост, но я все-таки снимаю видео, знаете ли. Давайте продолжим, нажимаем. А у нас тут загрузка. Я вот сейчас не особо хочу снимать, но все-таки я решил снять сегодня еще вторую, наверное, третью часть, то есть три части тени, наверное. Давайте продолжим, мы остановились на этом моменте. Так, не знаю, почему меня лагает. Так, давайте побежали. Вот сюда нам еще придется войти вроде бы, да. Так, блок. Не лагай, пожалуйста, класс. Ты же меня не лагал до этого. Так, берем. Почитайте. Сюда проход запрещен, хотя в Остелбоуэре он есть. Прыгаем. Он, походу, исчез, как тот предыдущий чувак в туалете. Так, дайте мне что-нибудь, а? Пацан, привет. Это не темная магия. Не эксперименты, а ритуалы. Ну, понимаешь, если бы ты играл в если бы вы играли в Остелбоуэр, я думаю, вы поняли этого пациента и почему он тут говорит. А мы сразу сбегаем сюда. Здесь, как мы знаем, есть батарейка. Да, батарейка. Так, все. Сюда мы, в общем-то, у Остелбоуэре и идем. Теперь нам надо вот сюда вот войти. Нам могут быть посрать на все, что здесь происходит, просто нажимаем на кнопку и... Тут еще пацан будет. Ну, нам как-то посрать, нам главное еще добежать до ближайшего проема. Вот он. А что-то вот он. Двери запираются. Готово. Follow the blood. Следуй за кровью. Ну, все, пока, короче. Вроде бы... А, нет, короче, нет, это не надо делать. Идет сохранение, значит, мы... Акция подлагала. Кстати, сейчас будут двое товарищей, если вы их помните. Вот они, кстати. И в этот раз я не буду направлять, ну, показывать вам полное их тело, потому что я не хочу, чтобы мое видео, как сказать... Ну, вы поняли, короче, я и так боялся, что мое видео предыдущий страйк получит из-за этих вот лысых или не совсем пацанов. Что нам надо делать? Мы прыгаем сюда и ползем. Кстати, тут мы были совсем недавно. Ctrl, Shift. Нет, не получается. Кстати, их там уже нет, если вы не заметили. Ой, лагает. Капец. В общем-то, вон. Я знаю, их нет. Перепрыгиваем сюда. За эту серию я вообще перезаряжаться, наверное, не буду. Потому что нет смысла, в общем-то. Мерков, обслуживание, частота входа. А, ну это вообще-то бесполезный, вообще бесполезный документ. Так. Сейчас мы встретим поросенка, наверное, во второй раз. Вот он отрывает нас там головы. Бедному персоналу. И как только мы это заснимем, мы можем получить... Да, кстати, крисокер. Я тебе говорил, так и есть. Выбираем наш любимый корт доступа. Я подумал, надо убавить немного звук, знаете, общий. Ох, боже мой. Сохранить. Знаете? Вот, теперь сохраняем, да? Теперь, я думаю, у нас нормальные настройки. Потому что вы меня в той серии, я ее смотрел, вы меня плохо слышали. Так, нам надо найти здесь... А, нет, батарейка на другой стороне.
Потому что здесь же и два товарища с мачете. О, видите, вы их слышите, наверное. Но они сейчас уйдут. Они там нас обсуждают. Не надо. Кстати, блин, здесь так все страшно, вот на этой улице. Не хотел бы тут находиться. Это мы где сейчас? Хотел бы я спросить. Можете почитать. Но я это читать, не знаете ли, не буду. Не хочу, одним словом. Кстати, вы мне писали насчет микрофона. Эх, дело в том, что как бы сейчас у меня вот нет недостаточно средств, чтобы купить себе вот именно нормальный такой микрофон. Я, ну, может, через, не знаю, через месяц-два все-таки куплю себе микрофон, но пока будет как-то сейчас пойдет Крис. Здесь можно было баг сделать, но ладно. Я же вам уже говорил, что эта игра такая забаганная. Кстати, меня эту игру сейчас тянет ровно на 60 FPS, а это... Не, даже уже сейчас идет на... Ой, а сейчас 30 FPS. Максимум на этой игре это 65, то есть 60 FPS для нее это довольно хорошее качество. Ну не бойтесь, не бойтесь. О, да. Ванна из крови. Вот еще трупы. Это все Крис, который за нас... Ох, боже. Это похоже на какой-то алтарь. Короче, хрен с ним. Привет, пацанчик. Верка, паркур. Бежим сюда. Пацан, ты куда? Ты за мной, что ли? Ты на меня, что ли? Ну, пацан, ты чё? Я думал, мой мир. Это всё. Да почему тема не прекращается уже? Да все, харе. Все отлично. Привет, пацан, тебе тут удобно? Давай, спи дальше. Как я вам говорил, это уже не слепое прохождение, даже не думайте. Слепое прохождение будет Outlast 2, а это никаким образом не слепое. Так, блин, здорово, чувак. Это тоже добавили недавно, потому что раньше от этого чувака надо было уклоняться так же, как и от того чувака, которого мы видели в первой части, который на коляске инвалидной сидел. Оп. Так, Witness, еще одна надпись. Почитайте. WWW The Denver Eagle. Причем тут Denver. Page Life Story. А! Это он у нас, да? Верники. А, не верники. А, это тот чувак, которого мы потом будем видеть. Это тот... Старик, который в мерках, в подземном, в лаборатории. Короче, если вы не играли в Outlast, если вы там, к примеру, никогда не видели прохождение, то вы не знаете, что такое мерков лаборатория. И, пожалуй, вы потом... Кто меня ударил? Что за гейм меня ударил? Привет, пацан. Трещом мышкой. А, все, теперь идем дальше. Так и не понимаю, кто это был. Прятаться под кроватью.
Пацан, я не Крис, не бойся. Тут все, в общем-то, Криса этого и боятся, потому что он тут как в тюрьме самый сильный. Нет, сюда я дальше не пойду, сюда я тоже не пойду. Прыгаем вот сюда, значит. И здесь вроде бы тоже будет... А, здесь, в общем-то, Валрайдер. Валрайдер? А, вон, видите, он пролетел там. Вот, Валрайдер. Повсюду стоит слово Валрайдер. Так называли эксперимент, который Мерков, вот Мерков, здесь проводил. Но пациенты говорят о Валрайдере как о чем-то реально существующем, вроде демона или духа. Нечто, найденное ими в горах. Я бы списал это на шизофрению, но я же и сам видел нечто. Может быть, какой-то сбой в камере. Или само это место подбирает ко мне ключики. Это написал наш персонаж, это не я такой. Идем сюда. Батарейки. Окей, давайте приготовимся, перезарядимся. Вот вы пидоры, а? Я сейчас только что потратил 2 батарейки. Не столь важно, не суть. В общем-то, как говорится. Не ругайте меня. Нихера у меня лагает. Тут! Вот ты говно, а! Потратил 3 батарейки просто так. Попрелись, давайте. Давай, лети, Валрайдер, лети давай, молодец. Ох, не говорите мне то, что это... Знакомьтесь, это Крис. И в этот раз нам серьезно придется побегать от него. Прям без сарказма. Ой, он нас запалил. А кому-то по имени я пофиг. Здесь есть канализация, в которую мы можем залезть такое. И вот, в общем-то, Крисик. Прости, ох. Не-не-не-не-не. Иди ты в жопу, мальчик. Все. Это что у нас? Female. Это как типа... Эх, женский... Труба. Дрейн. Как сказать. В общем-то, нам надо перекрыть стояк одним словом. Ну давайте, вот, видите, там счетчик специальный внизу, там, видите, мы его только что. А, не, мы наоборот его открыли только что. Ну их хрен с ним, знаете. Так, Крис, ты, надеюсь, не поджидаешь меня? В углу в темном коридоре. Ох, слышу я Криса, знаете ли. Эх, мне это не нравится, знаете ли. Короче, бесишь уже, пацан. Бесишь. Чё ты на месте стоишь, а? О! Одним словом, перекрываем стояк. Эй, Крис, хватит. Хватит баловаться. Крис еще тот гандон. Все, полезли. Уже вечер. Хотя не темно. Не знаю, почему. Мне вообще страшно сейчас не было, по идее, потому что это для меня не слепое прохождение. Вот ласт я знаю просто 5 на 5. Что я еще сказал? Ну, как свои 5 пальцев. Как свои 21 палец. Как свои 21 палец.
Полезли вверх по лестничке. О, привет. Так, лестница. Как я уже говорил, скоро я буду снимать видео по второму атласу. И я говорю, потому что он выходит через 4 дня. А, это морг, это морг. А, нет, почти морг. Мы еще не в морге, мы сейчас вроде бы пойдем в морг. Здорово. Это Мартин. Знакомьтесь. О, так же Чок. Он тут торгует. Давайте с ними. Понимаете, Вернике, он умер, а Мерков его возродили, то есть... Вернике, как сказать, воскресший... Как сказать? Воскресший, короче. Вот, notification. Пациенты знают, что доктор Вернике мертв. Один же спросил меня. А что за опыты? Мертвый доктор стоял на живых людях. Что же такое проект Валрайдер? Ну, изощренная довольно вещь. И рассказывать... А, все, дерьмо, спускаемся, в общем-то, в сам морг. И морг — это место не для слабаков, скажу вам. Female ward. Мы идем в female ward. А, нет, мы идем в male ward, так как мы мужики. Да, в общем-то, вот вам и морг, да, вот сюда скидывают вот такие вот тупые трупы. Ни хера тут головастики, пиявки. Не знаю, кто это. Ну хотя бы не кровь, знаете. Не люблю я вот такие локации в играх. Вот морг, да, я же вам говорил. Здесь как бы локация морга, отсюда берут трупы, но их как бы потом собирают. Сейчас эти трупы просто лежат тут. Походу там вот вход в морг, но мы никак... А, не если с помощью чита, конечно, туда не влететь, то мы не узнаем. Я эту локацию забыл проверить с помощью чита, а чит у меня на старом компе. То есть на этом же, но он, я, как вы поняли, сломался, и вся информация стерлась, когда его починили. Так, что теперь мне и GTA 5 пришлось перезагружать. Кстати, ставьте лайки и пишите в комментариях, стоит ли мне снять видео по, там, не знаю, прохождение GTA Online, потому что у меня есть слот для нового персонажа, если хотите, я могу снять прохождение. Так, здесь у нас... О, здоровчик, нихера. А, да, кстати, это все Мерков. Они, видите, рот зашили ему, да? Или это кляп? Есть вопросы, на которые нет ответов. Пошли. О, это самая локация. Как я говорю, знакомься, Крис, второй раз. Если ты не пидорас. Берем батарейку. Идем сюда. И заходим вот сюда. 50 FPS, короче, у меня. А теперь 60. Короче, странно. Стоп, я уже упал, да? А, ну да. Это место кишит говнецом. Я всегда недолюбливал локацию под названием «Подвал» в этой игре. Спойлерить вам не буду, но следующая локация намного интереснее. Да, сейчас упадет тут штука. Это осколок ноги, если что. А, нет. Это кость. Уже готовая кость. Блин, я не знаю, вот сейчас я бегу, ладно уж. Куда тут, вот туда нам надо сейчас направиться? Привет. Пошел в жопу, Крис. Да, Крис, ты меня уже заебись. Крис, ты меня заебись, кому я говорю? Крис? Стоп, уже? Ну ладно.
В общем-то, получили мы пизды. Получили. Пробуем нашу вторую имбо-тактику под названием Крис, Соси и Рис. Мы обходим. Сейчас, секунду. Я отвлекся. Ну, Крис. Ты знаешь, я твои прикольчики, да, блин? О, да ладно тебе же. Ой, так и есть. Что ты делаешь? Получили мы пизды второй раз. Начала контролить. О, я под воду зашел. Кстати, тут лук лежит. Здорово, пацан. Кстати, как я знаю, есть такой баг. Смотрите. Воля! Видали? Видали? Не видали. Нихера, 4 FPS. Ну ладно, ладно, пацан. Ну пацан же, понимаешь? Пацански давай. Блин, подгружается у меня эта локация. Хотя вот Last лагать у меня не должен. Кстати, тут чувак пропал благодаря багу. Здорово. И мы спускаемся в морг. Минуту на две. Морг — это моя нелюбимая локация, как я уже говорил. Пожалуйста, FPS не проседай. Когда не должен. Да не ты, когда голоден. О, боже! Подгружается локация. Давайте двигать. А, зажать. Тут у нас тут проход такой. Здоров, пацан. Пересел посидеть, да? Посидеть решил, короче. Бежал, бежал и решил посидеть. Ну, типичная жизненная ситуация. Говорю вам. Не-не-не-не-не, знаете, куда я сейчас пойду? Вот сюда я сейчас пойду. Не сюда? Ну. А, ты жив. Камерка. Так. Заперто, заперто. О!
О май гад. Я уснуть, Верники ждет меня там. Походу, это пациент, которого Верники должен был взять следующим. Походу, он его возьмет. О, черт возьми. Ио, нахрен вы это нам показываете? Они еще это вот прорисовали так, потому что как бы Unreal Engine дает возможность. Хотя Unity тоже. Короче, движки я не хочу обсуждать. Капец, орган. Так еще реалистично так. JPEG. Этот пациент тоже не выжил. Тысячи извинений, я остался как мог. Но я же доктор, я не чудотворец, я и доктор, тот еще из меня. Если честно, так это... Так или эдак, так, то надо срезать мир с этого злопущенного Валрайдера. Мы теряем деньги с тех самых пор, как все прошло наперекосяк с этим малышом Билли. Но ухитрился сократить штат на 80 человек, что означает экономию на зарплате сегодня, на всяких страховках и пенсиях завтра. Я тут много чего понял про биологию. Раньше я был особо уверен, что теперь могу точно сказать, человек не может быть жить без своих почек. Каждый день что-то новенькое. Стоп. Почка. Нет, не почка. У него почку отрезали. Стоп. А это не пациент, это охранник. Его сожрали. А пациента, походу, взяли уже. Его выбросили в морг. А здесь забыли вообще пациента убрать. Вот он лежит здесь обиженный. О, головка. Привет. Пчелки? Нифига себе! А, блин, это простой скетч. Это не 3D пчелы. Даже не мечтайте. Кстати, 70 FPS у меня только что было. Это рекорд. Камера, не бушуй. Кстати, знаете, что я сейчас могу сделать? Ну ладненько. Здравствуйте, откуда вы там? А я типа орут, go be. Это вам не КС, это Outlast. Они хотят мясо. Так, чуть-чуть в жопу. Пока мы тут сидим, мы в безопасности, сразу говорю. Это морг. А вот это вот, кстати, и есть морг. Оп, закрылся. Да, вон, в общем-то, те кабинки, камеры. Вот это, в общем-то, морг и есть. Своим же образом. Оп. О, они нас Валрайдер воспринимают. Опа! Вот же гавно. В общем-то, на этом мы закончим вторую часть. Я думаю, я снял довольно много. С вами был я, High Forever. Всем удачи и пока. Goodbye.